Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на наш канал. Девочки, это канал для вас, поскольку у меня ювелирный магазин с украшениями. Я сама очень люблю украшения и часто привожу новиночки, всегда показываю их вам. Сегодня у нас серьги-пусеты, гвоздики от компании Соколов. Все уже знают этот ювелирный бренд. Сегодня у нас кристаллы Сваровски, вставочки, топазы, гранаты и лондон топаз. Все пусетки из серебра, 925 пробы, все на завинчивающихся замочках. И все они сзади кругленькие. Видите, чтобы ничего не кололось, не мешалось. Первые серьги. Здесь у нас вставочки кристалла Сваровски. На каждой бирке есть уникальный код, который можно проверить, что это все настоящее. Вот. На сайте swarovski.com. Сейчас фокус поймаю. Да, на этом сайте можно проверить, извините, этот уникальный код. Также каждое изделие Соколов проверяется на сайте Соколова по штрих-коду, по номеру штрих-кода и по артикул. То есть при покупке вы можете сверить, что все украшения уникальные, все идентичные, подлинные от Соколова. При этом на сайтах еще периодически розыгрыши призов. Если вы зарегистрируетесь и будете регистрировать коды, штрих-коды, вы можете выиграть множество призов. Ну, давайте перейдем, собственно, к серьгам. Здесь у нас, еще раз повторюсь, кристаллы Сваровски разного цвета. Это у нас новая коллекция, осень-зима. Будут представлены разные изделия с разноцветными камнями. Но пока мы смотрим в пусетках. Так, еще просили меня все поближе к экрану. Девочки, близко как могу. Потому что иначе теряется четкость и фокус пропадает. Вот такая вот красота. Необычные серьги. Тем, что можно носить он по-разному. Видите, ушки повернули, уже как будто другая сережечка. Так, дальше у нас еще кристаллы Сваровски. Ну, дальше не буду уже опять рассказывать, что это все проверяется. Штрих-коды, вот они, коды, все есть. Все у нас защищено от подделок. Фиолетовые. Это коллекция у нас Express Yourself. Мы уже показывали несколько изделий, серьги, кольца. Теперь вот у нас пусеточки вот такие. Кругленькие, красивые, интересная огранка. Видите, как камень на просвет. Очень интересно играет. Вот такая вот у нас красотулька, крохотулька. Опять же, все завинчивается, все гладенько. Розовенькие. Мне очень нравятся нежненькие такие. Серьги. Прям бледно-бледно. Видите, розовенький. Опять же, хорошая огранка. Камень весь завальцован. Никуда он не выскочит, не выпадет. И будет вас радовать долго-долгое время. И просто, девочки, бомба-бомба. Люблю бомбу наконец вставлять, но сегодня вот. Это новая коллекция винный графит. С кристаллами, опять же, Сваровски. Видите, какая шикарная огранка. Это вот только заманушки пусеты. На самом деле там очень красивые серьги и кольца. Наверное, покажу в следующем видео, потому что это просто бомба. Мне кажется, до магазина они в этом году не доедут. Их разберут моментально после видео. Я из того комплекта себе тоже из этой коллекции отложила комплект. Там подвеской просто бомбические длинные серьги. Вот такие серьги. Вот с такими камнями вот такого цвета. Еще раз повторюсь, это у нас будет коллекция винный графит. Посмотрите, какая гранка. Видите? Со всех сторон просто сияет камень. Лапки крепкие, крупные. Поэтому серьги просто великолепные. Даже уже в пусетах видно, насколько красивая будет коллекция. Так, побежали по полудрагам. Полудрагоценные камни. Лондон топаз. Мелковато. Сейчас фокус меня поймает.
Вот они. Овальчики, лондон топази, полудрагоценный камень, очень интересные серьги. Все полудрагоценные камушки, мы знаем, полезно носить для здоровья нашего. Особенно считается полезным для девушек гранат, поскольку чистит кровь. Ну и топаз. Топаз придает нам, девочкам, спокойствие. Любого цвета, цвета Лондон или вот цвета Sky, как здесь голубенький у меня. Сейчас настроится. Фокус. Да что ж ты. Вот, мелкие камушки, просто не всегда они ловят фокус. Вот такие вот у нас серьги. В лапочках, в кропанах. Серьги-пусеты с топазиком. Еще раз повторюсь. Камень нам, девочкам, лучше для спокойствия носить. Будем спокойные, умиротворенные. Такие вот, как Лондон. Овальчики у нас топазовые, нежненькие. Прям малюсечки. Очень красивые, очень нежные. Взяла все формы. Тут у нас и треугольнички, сейчас и квадратики. Вот здесь вот очень интересная огранка, видите. Показываю близко, как могу. Вот такая вот потрясающая ограночка камня. Вообще топазы сложно гранить. На самом деле они достаточно хрупкие для этого. Еще и под действием теплового излучения могут поменять цвет. Поэтому приходится с ними работать очень осторожно. Ювелиром. Так, вот такие топазики у нас интересные, завальцованные. Вот так вот, видите, сделана серьга. Со всех сторон камушек просвечивает. И вот такой топазик. Вот так вот, такая красота. Дальше. Опять кругленькие. Поближе. Тоже хорошая огранка. Высоко камень стоит. Скалов молодцы, ребята. Делают все хорошо, отлично. Часто меняют коллекции, чтобы все это не надоедало. Часто придумывают новые модели. Молодцы, ребята. Мы с ними работаем давно, когда они еще были диамантом. Вот такие вот. Мне нравится треугольник. Смотрите, достаточно крупный камень. Можно носить как самостоятельное украшение, не во вторую, в третью дырочку, а просто одеть одни серьги. И уже вы нарядная девушка. Так, и пошли гранатики. Наши сочные гранатики. Пусетки кругленькие. Гранат насыщенный, видите, почти даже не просвечивает. Очень сочный. Вот он отблеск поймал и пошел. Видно, что гранатовые блики. Тоже очень интересный камень. И хорошо смотрится. Ярче, конечно, чем топаз. Так, вот он фокус. Очень красивые серьги. Очень яркие. Опять же, завальцованный, кто любит камень. Сейчас фокус опять настроится. Вот такие вот сережечки. Мне лично больше нравится в лапках. Он как-то более открытый, что ли, смотрится. Но кто-то очень любит, наоборот, утопленные, завальцованные камни. Никак не поймаю. Я вот люблю в лапках. Вот он открытый. Вот со всех сторон его видно. Опять. Камера уже не справляется. Сейчас попробуем вот так. Вот. Вот такие у нас сережечки. Милейшие. Так, еще есть что вам показать. Это только первая часть, потому что будут еще пусеты, но уже просто с сианитами.
Овальчики небольшие. Это что-то никак не хочется. Вот. Камера очень долго настраивает фокус. Она все пытается снять то, что лежит на, так сказать, заднем плане, то, что внизу. Нам надо то, что вот здесь. Так, и последние, наверное, сегодня сережечки, опять же, гранатики у нас. Вот такие вот частые лапки мелкие. Очень красивые серьги. Так, девочки, на сегодня все показала. Пойду вам готовить комплект, винный графит. Наверное, попробуем поменять сейчас фон. Может быть, из-за фона фокус будет лучше. Пишите мне в комментариях, что вам понравилось, не понравилось. Всех жду в нашей группе ВКонтакте. Всех люблю. Смотрите нас. Пока-пока.